Работу фронт-офиса следственного изолятора в Алматы проверил Алик Шпекбаев. Ранее там возникали очереди из посетителей. Не раз поднимались вопросы касательно сокращения времени ожидания и порядка доступа к подзащитным. Главе агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции презентовали работу фронт-офиса, сотрудники которого и занимаются устранением упомянутых проблем. Вот этот фронт-офис, цель в том, чтобы мы здесь ждали заключенных. 30-40 минут, час, бывает, заключенного поднимают. Также Шпекбаев посетил реабилитационный центр МЕИРИ. Психологи, невропатологи, логопеды, дефектологи и другие специалисты занимаются с детьми в группах индивидуально в специально оборудованных кабинетах. Учреждение открыто в рамках ГЧП. Резюмируя рабочий визит, главный антикоррупционер призвал активнее сотрудничать с неправительственными организациями, своевременно реагировать на их обращения и инициативы.